Можно повторить, я не включил? Лучше друг, лучше... А тебя за музыку не забанят? Не-не, давай сначала. Сначала, как вы шли в паре. Починил, Леня? Полуось? Ломает. Леня, полуось или пара? Пара. Скорее всего, не пара, а сателлиты. Я думаю, что да. Давай разберем, посмотрим. Пара, когда ты зубчики, то ты хоть больше проезжаешь, и потом щелчок. А у тебя сразу, это сателлиты. Сломай пока. Поверь, он много сломал. А вот тот с бородой пока тоже много 4, сломал. 4 сателлиты. А он больше сломал. Он когда поднимали машину... Вот этот с бородой, где он? Крутишь одно колесо, второе нормально совершенно крутится. Хунова. Как ты без меня тут? Скучал, да? Саня, для ТикТока заколбась что-то. Когда ты пришла, ты ко мне не пришла, я... Давай играй, сука. С такой поддержкой он не может не сыграть, не засвечивай его. Снупер, выключи, у нас тут боевик. Выключи, вот. Давай. Шапку подожди. Давай, давай, давай. Бит, бит, давай. Качает, да, когда ты пришла, а я не пришел. Саня! Подойди к колонке. Я лодки подойди, я лодки подойди. Я микрофон поставлю, иди сюда. А ты мог? Прикалываешься? Еще он что-то играет мне. Ну, может, блютуз колонку сунуть, ну, дробовик. Давай! Вельтмейстер! Блин, любят его соседи, наверное, дома. Романтик. Блин, как романтично. Вокруг тебя квадрокоптер летит. Спартик, сыграй что-нибудь. Yesterday. Я угадаю эту мелодию с трех нот. La-la-la-la-la-la. Yesterday. Продаю телефон Samsung S10. 10,5 тысяч гривен. А, за 10 отдам. Разучил. Спасибо, дорогой, давай. Разучил, давай. Это музыкальный подарок. Я угадаю эту мелодию. Happy birthday to you. Вова, что-то у тебя день рождения. Можно было и покруче группу заказать, Вован. Да. Какой-то баянист такой, да, немного. Подизмотан. Да он вот эту песню слышал, что там где-то баянисту дают, типа, поэтому он решил купил пойти по классу баяна. Из-за этого, думаешь? Саня, для этого ты брал баян? Песня какая-то была, что... Думал отбить топливо на шишигу. Оба, что-то попал в капкан. Вот хорошо вы играете, вот теми пальчиками, честно скажите, вы выебались или нет? Господин пианист, блядь. Нет, там просто подобранные ноты уже заготовлены. А, нет, все, не парься. Саня, скажи, как волосы на груди не мешают играть? А, не, их же выщипывает. Это он депиляцию делает. Понятно. На самом деле. Да, да, сейчас полностью будет, ног не видно будет все под этим, под волосами. Саня, можешь паузу сделать, я шнурки завяжу, то я за тобой бежал, чуть не упал. Нет, клавиша, вот я нажимаю вот эту клавишу, вот эту с точечкой. Так это коллега твой, да? Я смотрю. Смотри... Да это про клавиатуру, он тебе не про ту клавишу. Ты умотал, блин, я стоял, смотрел, чтобы ты с что-нибудь сыграл. А что это попал? Яра! Вот, я спешу. Во! Она же, да? Уи!
Кирки Соколовой день рождения. Ей сегодня 30 лет. Я несу подарок, поздравления и красивый розовый букет. Помнишь день рождения в 5 классе, и тебе 12 лет. Вот тогда на зале всем ребятам я принес свой розовый букет. Розовые розы Рике Соколовой. Рике Соколовой. Это классица моя. Розовые розы. Я дарю ей снова. Я дарю ей снова. Старые светлые ученики дети, у тебя друзья свои. Только годы лучшие на свете дарит памятам твоим. У Ирки Соколовой день рождения, ей сегодня 30 лет. Я несу подарок день рождения. Ай-яй-яй-яй! Розы! Розовые розы. Давай, давай. 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 Мы играем в тренажер. Давай на лабутенок, поехали, погнали. На лабутенок. Мне нужен аккомпанемент. Я не пою без оркестра. Давай, я буду держать, ты играй. Давай. Маэстро музыку. Саня, играй, Саня, не гони, давай. Да нет, я не знаю лабутенок. Саня, не гони, пой. Мне нужны межные аккорды. А на том бит. Мальчик, а вы потерялись? Я, если что-то скажу, то вы этого не поймете. Жесткий. Совсем не забыл, если б я был султан, был бы холостым. Я так. Не очень плохо, дальше. Очень плохо, совсем без жидой. На-на-на-на-на, с любой стороны. Саня, куда табличку приколоть? Ты? Зубами? А чем ты, ты кетчупом написал, бородач? Или кровью? Кровью младенцев. А, ты ж бандеровец, да? Ты так, с таким грустным лицом в этом. Тебе так денег никто не даст с таким грустным лицом. А, на еще стаканчик. Ой, песню, сволочь. Ух, и гонят. Сейчас, подожди, где я? Доллара положу туда. Бородач, давай твой выход. А мне кажется, что бородачу аккордеон больше бы подошел. Да, да. Бородач, ты, кстати, если... А возьми бородач. Если... А возьми баян и это. И... Ты если на метро Дарница так сядешь, я тебе скажу с этой штукой. Тебе даже играть не надо, блин. Просто будут бабки бросать, подумают Новый год уже. Ансамбль. Ну, поделай остальные. Ты сегодня снова не пришла. Художника обидеть может каждый. О,
Вот так, у нас уже пошли первые вложения. Мелочь пошла уже, Саня, работает. Девчонки, давайте еще чуть пройдитесь. Иди сюда, вернись, пожалуйста. Нам подтанцовка нужна, нам нужна подтанцовка, да. Смотри, схема рабочая, Валера, подлодок и сыпь. Подай что? Что это подай, что? Денег. А, денег кто написано? Подай молоток, что там, блин, вот ты. Снайпер, давай какую-то известную музыку. Давай. В узких кругах. Руслан, что там своей зоновской? Включи какую-нибудь свою зоновскую мелодию, какую там. Что там? Менты летят над нашей зоной или что-нибудь. Что ты там поешь обычно, когда тебя везут? В Приусе? В Приусе, да, в Воронке тебя, когда тебя в Воронке везут. Спой что-нибудь свое из своего репертуара, там, аудишного. Паша, запой. А ну давай, давай, давай. Батл с блокбокером! А ну да, Русик, давай что-нибудь менты. Давай, давай, давай. Ответ бородача сейчас. Не гоняйте лысого, не гоняйте лысого, не гоняйте лысого, пацаны. Бородач, бородач, скоро, скоро Новый год. Это не считается. А я не записал в прошлый раз. Ты еще не думаешь, что гель для душа, для того, чтобы быть душ. Это интересно, ну может ты. Давай анекдот какой-то расскажи, бородач. Стендап? Вы хотите стендап сейчас? Да. Ты вместо геля для душа пользуешься туалетным утенком? В душе. Я душу вообще не пользуюсь. Блогеры стендап жгут, смотри. Это Вайт подтанцовочка. Вайт, сзади давай, давай, мочи сзади. Быть похожими хотят. Не, Вайт, я так не видно в темноте. Ты сильно ты в белом должен приезжать. Саня, можешь энергичнее играть, как он танцует хотя бы? А то ты отстаешь, он в ноты не попадает. Много сбоя. Вань, ты танцуешь или стряхиваешь? Джин действует. Не-не, это когда водители с фуры вышли, понял, он то же самое делает. Кто вызвал джина? Слепой чуть не сгорел. Пошел огонь? Ох, слепой. Это слепая дорога называется. Это слепая ярость просто какая-то. Слепой брат, который мы продаем. Дупло. Для чего не знаю. Да, прикольно. Да, неплохо. Такой дракон. С глазами. Я за тебя просто воздух обгоняю. Это куртку расстегнули, тебя загоняет. Что ж там твоя жилетка, которая там трое суток тебе в Карпатах? Серый, серый! На, Руслан! Ставить? Жирный брикет слепого. Ставить? Так, на ты, Сань, я снимаю, на. Да на ты! Доставь, ты ж снимаешь. Топливный брикет слепого, смотрите. Я видел стрельки за 30 баксов. Топливный брикет слепого, ничего нового. Приготовьтесь. Леня, сейчас ритузы будут мокрые. Ничего, все нормально, там просто топливо. Какое топливо? Сейчас бородач будет без бороды, мне кажется. Просто температура, ничего нового. А ну подойди, Рус, ближе. А что ты налил туда? Ничего не наливал. Я видел все. Бензо налил чуть-чуть. А что оно не горит? Не знаю. А. О, пошло. Это петарда такая? Топливный брикет слепого. Оно горит. Это называется мусор в трубе. Мы
Ничего нового. Смотри, просто мусор в трубе. Берешь кулек, запиховываешь туда мусор. Перчатки там, пластик. Еще, Леня, Леня, еще. Леня, очень быстро. Леня, я могу помочь. И нас ждут вот Европы позже. Правильно, Валера? Ты когда был последний раз в Европе? Не дай бог. Там Европы не осталось, блядь. Я ливый, Валера, коррупцию решил там сделать. Ноги болять, суставы, ты знаешь, я падаю на коліна, ползу, сука, автобусы стоят, я отвечаю. Валера, такие уроды. Я... А ну, Валера, раздул нормально, включай, включай вентилятор еще. Должен, должен сгореть Леня вот-вот. Лей. Не, ну просто там никого. Делай, делай. Делай, делай, давай. Подымай. Огонь, нам места мало. Вы когда-нибудь видели, как заливаются дрова? Ну давайте сейчас переворачиваем, наливаем негролы. Шизуха косит наши ряды. Давай, давай, давай! Добавь, поддай огоньку! Что это? Что это такое? Да не, ну GT3 круче. 1179 лошадей. Да не, ну это ж не серийная. Хорошо тут у нас. Бородач! Машина стоматолога. Прошел куда-то вдаль. Не, ну он с берега ходит. Не видно его вообще. Я только что спрашивала, сказали недавно проходил. Идем он то его. А кого вы ищете? Слепого водолаза. Так слепой пешком пошел, надо его искать. Нельзя утопиться. Может его течение унесло? Слепой пропал. Он просто не видит, как назад вернуться. А что вы на другом берегу ищете? Ага. Так, слепой нашелся, просто надо было позвонить. Я набрал, он ответил, говорит, ловлю рыбу. Метров 200 вниз по течению, мы возвращаемся. Повтори, Вова. Когда водила... Давай, Львовчик, отсю! У тебя есть композиция «Два старых тиктокера»? Бородач, «Два старых тиктокера», ты помнишь это название? Он не помнит даже. Ты помнишь, как он нас называл в прошлый раз? Вера, из ретро что-то включи. Кто-то едет, он нас встречает, Руслан. Где? Кто-то едет. Какая-то иномарка, блин. Зеленый человечек, смотри, какой красивый, вот. Ура! Зеленый человечек оживился. Саня откинулся! Опиздал! Опиздал! Валера, блин! Где же этот ход? Отойди от света, племяш. Старый клавик. Ашановские плавки рулят. Кулёк Ашан рулит. Thank you.
говорят, дорого по Киеву ездить. Наверх, попарался, глядя. Слепой идет с рыбалки. Пошли встречать, что ты сидишь, бородач. Ну что там, слепой? Неожиданный поворот. Поймал что-то? А где твоя удочка? Ого, какая удочка, слышь. Куда ты меня направил? Ты что? Ну что, поймал что-то? Показывай. Давай, я буду держать фонарь, а ты показывай улов. Ребята, скажите, что слепой браконьер. Если так скажете, то так оно и есть на самом деле. Потому что я не вижу, что я ловлю. Я вижу, куда я ее ложу. А ну, покажи. Ого, нормально, слепой. Поймал. Ну, есть. Да, там сетка какой-то. Да где, вон, ты стоишь. Фу, на его копье. Чё эту сетку? Ты лошади. Да это не пакет, это плавки твои. Вот у тебя есть. А у него будут плавки синего цвета. Метки какие. Требуха будет. Вообще, ты видишь, что зашкаливаешь? Бипа-бипа-бом, шара ленива. Самая козырная васяцкая машина. Бипа-бипа-бом, шара ленива. Подходящая тачка для реального маффина. На моей ниве просто жить. С днем рождения! Посмотри. Ты снимаешь, Рус? Да. Это сам большой. Субвуфер, думаешь? А я такой весь такой. А сам себя так. Такой, знаешь, такой итальянец. На печку сел, говорит. Мне кажется, кого-то оглушили и что-то с ним делают, да? Да. А кто кого ебет? Мы на Подоле и куда тебе? Надо говорить. А, вы зашли. Лучше. Вова, кого ты хочешь сжечь, Вова? Номер снимаю. Да он пить да. хочет, скорее всего. Ты пить хочешь или что? Не, буду бухать. Вова, остановись. Разлил. Рус, слышишь? Там сейчас... Чувак на Виллисе, слышишь? Стой. Нормально проверили. Шеренблоки, наверное. Все, отходи. Отходи, и отходи. Это самое... Сейчас будет экшен. Бассейны горят. Саня, надо поджечь, Саня. Рус, слышишь, положи себе ключи. Слышишь? Да. Ключи. Это этого, не знаю, как его зовут, на Виллисе, который ездит. А. Он мне дал. Как его зовут? Выше, выше. Саня, ты Слепой жжет все, да? Да, не надо. Это был диван моей тёщи. На морозы это не ходить. Точно? Ты не дуришь нас? Саня, у меня вся твоя жизнь в ТикТоке. А я так хочу.
Это жестко, Руслан. А как ты это заказывал? Как там отреагировали? А, ты у себя? Ручку положил, говорит, внимательно. А я когда вот это все читал, это был четверг. Знаешь, когда я писал это? Леня! У меня есть еще девочка, которая выезжает. Это нормально. Я с Владиком договорился, он остаёт. Это надо заказывать, а не на завтрак. Мужчина, а что вы тут делаете? Мужчина, не хотите снимать жопу? Хотите жопу платить, деньги? У вас дымит спина. Ты рыбу ловишь? Это не спина, а продолжение. Слушайте, а вы знаете, какая холодная вода? Да, зима. Ты знаешь, как мне холодно? Ты знаешь, что это чини? Знаю. Ноги мои холодны, и речка моя холодна, и тапки мои холодны. Веришь, да, да. С нами в баню. Я вас тут подожду. Radio. All we hear is radio. 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 All we hear is radio. Radio, radio, all we hearing is the radio, 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 radio. Like to news. Все, кончай. Что такое? Слышь, дай фонарь. Фонарь дай, Вова, фонарь. За буйки ж не заплывайте, пацаны. Ну что там, Саня? Все, греемся. Как твое состояние? Из какой-то оперы? Все, Квин. Да? Квин. Якбы это я знал. Так, ну все, едем домой. День рождения завершены. Ребята еще остались. Путь домой более простой, проверенный. По сухой ровной дороге практически. Но было весело, конечно, такое жогово. Для ТикТока каких-то куча роликов просто безумных. Ну, когда есть слепой, Вова снайпер и остальные маньяки оффроуда. Всегда весело. Не знаю, что я вам покажу, там показал в смысле. Ну, в ТикТоке есть что посмотреть. offroad.road.ua наш ТикТок. Заходите, подписывайтесь. Там экшен всегда есть. Всем пока, до встречи.